Здравствуйте, мои дорогие зрители. Небольшой сюжетик, поскольку вот данный видос, который я сейчас предоставлю фрагментарному просмотру, нарисованный 3 числа, как раз когда с Таги мы возвращались. Собственно, он как бы подводит итог всему. По сути, это электрическая схема, устройство. Вот я вам его даю. Ну, что интересно, этот видос блокируется сейчас. То есть даже по Ютубу больше 1000 просмотров он не набрало. Вот примерно 110 метров диаметром этот кружок звездочки Кунаширского во всем ее антураже. Намекаю, что это тот самый двигатель, видео которого год назад вы видели на моем канале. Летом я его собирал. Как бы вот он изображен в масштабе. Ну, с некоторыми уже доработками. Собственно, моя задача просто привлечь внимание к сюжету. Смотрите сюжет, помогите раскрутке вот этого славного парня, англичанина, который снимает круги, посвящает кучу времени и очень отзывчивый человек. Ставьте ему лайки, там все остальное. Как бы ссылки на его вещи. Ну и не забывайте, что всем... Просто почему я прошу поддержать этого человека? Потому что его работа блокируется. В частности, вот, попытались мы в Рунете найти ссылки, и не удалось. Это я вот со своего компа нашел случайно, а с другого адреса просто идет блокировка. То есть его видосы, ну видите сами, 300 просмотров. То есть, хотя информация очень ценная. А информация такая, что она должна распространиться, потому что, ну, звездочка Кунаширского дошла до Англии. Не просто до Англии, практически рядом со Стоунхенджем там место. Ну и на самом-то деле это всего лишь нарисованный прогноз тех событий, о которых я очень много писал на форуме и так далее, которые скоро начнут происходить. Вот, собственно, и все.